Жители Яранского района спасли от разрушения уникальную церковь. Реставрационные работы подходят к завершению, и в декабре планируется ее освящение. Восстанавливали церковь Иоанна Предтечи всем миром. С места событий наш репортаж. Восстановление храма в селе Лум практически заканчивается. Жители давно мечтали о его возрождении, но отпугивали масштабы разрушения. Первое добровольное пожертвование позволили начать ремонт. Инициаторами выступили местные предприниматели. Где-то лет 5 назад в своей семье решили между братьями, в общем, как бы начать немножко понемножку восстанавливать церковь. Казалось бы, раньше, что это там вообще такая нереальная задача. Церковь Иоанна Предтечи была возведена в селе в 1910 году. Искусствоведы утверждают, что подобных больше нет на Вятской земле. Церковь никогда не была расписана внутри, но в ее архитектуре использован очень редкий византийский прием световой галереи. Долгие годы храм был закрыт и постепенно разрушался. Всем селом, да и приезжих много было, убирали. Здесь была раньше мельница. Зерна было вывезено, наверное, 50 машин. Это вот отходов было вывезено. Всем работали там, не знаю, сколько дней, много. И как-то вот начали потихонечку восстанавливать. В итоге уже сейчас как бы видно, что храм начинает оживать. После сложнейшей реконструкции купола и восстановления структуры церкви в целом начались отделочные работы. Летом этого года в престольный праздник здесь прошел молебен впервые за 80 лет. А в конце декабря состоится освящение храма. Валентина Палкина, Сергей Щукин, Вести, Кировская область.